Всем привет! Мы собрались на дачу. Сегодня у нас пятница, выезжаем. Сейчас сколько время? 6 где-то, да? Да, 6. Вот нас провожает мама. Все, ладно, мы позвоним, ну или напишем в WhatsApp, что мы это. Первый раз после отпуска едем на дачу. Погода отличная, все в футболках. Вот, Сережа сказал, что нет, уже... Нет, не с этой стороны. Что уже пробки были? Что ты кричишь, что так? Может? Ну, я хочу, чтобы он услышал. Где же это? Уже пробки, говорит, начинаются. Так что нам надо торопиться. Еще нам надо заехать в магазин. Ничего из дома, из еды не брали. Все купим по дороге. Сережа заменил транспондер на другой. Главная дорога. Вот, потому что мы по платной поедем дороге, да? Ну, в общем, если даже и поедем по платной, то нам нужен этот транспондер теперь. Вот, стоим на светофоре. Чуть-чуть нам надо тут проехать. Пробка. А тут все строят, посмотри, да? Постоянно. Вон что, возвели уже. Дом был хрущевка. Угу. Как вот это стоит. Да. Его снесли и сделали газон. Я думал, он не будет ничего строить. Нет, все равно. Через год ткнули дом сюда. Никак не мог, чтобы место было людям ходить гулять. Угу. Это хорошо было бы, да, там только можно было сделать скверик небольшой. Да, но место тут, видишь, какое. Вот именно, что место хорошее. Да, место хорошее для того, чтобы продать тут дома. Да. Ты еще без кем не скажешь. А ты тоже хрущевки себе посносят. Ну, вот этот, вот ту хрущевку тоже снесут. Да, конечно. Ну что, все уже направились на дачу. Как? Кто? Пока что едем так себе. Еще никуда даже и не выехали. Полиция столько ездит. Сейчас будем проезжать Москва-реку. Алые паруса. Дома. Мост Строгинский. Солнце как низко. А я помню, еще здесь гуляла, когда вот этих домов не было на берегу речки. И ничего там такого вообще не было. А теперь набережная, дома. Все изменилось. А так тут очень красивый вид. Вот когда я была маленькая, здесь каталась на пароходиках. Ну, теплоходы такие летние. Вот. Стоило, кстати, недорого, потому что мы с подружками ходили, садились и ездили на теплоходе, я помню, по кругу. Проезжаем вот такие камыши. Прям рядом они с нами. Жень, давай, сорви парочку. Большие. Засушим, подожжем. Зачем? Как они тлеют. Так в детстве делали, от комаров отпугивались. Приехали мы в Пятерочку. Сейчас идем купим покушать. Короче, в магазине не было тележки. Едем дальше. Ждать тележку надо. В магазине нет тележки здесь, вот в Пятерочке.
Чего нет телег? Ну а в следующем мы приедем, там не будет еды, я уверяю. Стоять, дождать телег, может, что записываться будем? Как там в магазине нет телег, еще не понимаю. Ну, потому что обычно у них нет такого наплыва, только, наверное, по пятницам. Ну это волнует. Ну да, и причем там, кто стоял, там тоже телег не было, только там уже после третьего человека, четвертого. Телега бы освободилась. Закажите, значит, эти тележки. Что за фигня, как это так? Пришел клиент, покупатель, нет телег. Что за бред вообще? Да уж. Что, вы своей телегой, что ли, ходить? Доехали до другой пятерочки. Сейчас пойдем туда. Да, я его закрою здесь. Так, все. Дети с собакой остаются. Вышли мы из магазина, успели, все. У нас даже 10 вечера еще нету. Взяли водички. Попить, поесть. Я с утра ничего не ела еще. Я даже утром не ела. Последний раз я ела вчера. Так, сейчас покушаю. Кстати, машины все разъехались. Потихоньку. Получилось у нас, значит, чек. Может, так долго были, что они все разъехали? На 5257 рублей. Ой, сюда поехала. Так, а того 4865. И опять появились стиратели 2. Вот. И нам дали много пакетиков стирателей. Так что Даньке будет это очень интересно. Даня, у нас тебе есть кое-что. Пакетики. Стиратели 2. Стиратели 2 теперь в пятерке дают до 8 октября какого-то. Классно. Нам дали много пакетиков. Не знаю, 6 или сколько-то. Так что будешь открывать, смотреть. У тебя, помнишь, коллекция стирателей 1? Да? Так, что-то мы запотели. Вот все эти пятерочки работают до 10 часов. Потому что, когда нет дачников, то, видимо, никто не ходит сюда. Местные. Но действительно, зачем 10 часов идти туда? Так, они же ходят по утрам. Угу. Встал рано и пошел. Доехали. Время у нас 9:47. Темно уже, но у нас на участке горит фонарь. На улице похолодало 11 градусов. Я одела кофту. Чё за такая темень на улице? Прям. Да, темень, да. Темно. А лето было разве? Ага. Чё-то я даже не заметил. Верните лето обратно. Угу. Немедленно. Так сидите, дети. Пока дверь не откроем, потому что там холодно. Ну все, мы дома, на даче. Здесь тепло вообще, 22 градуса. Сейчас буду разбирать сумки. Взяли сейчас покушать вот гуляш с макаронами, лазанья мясная и азу с рисом, кто что захочет. Пельмени русские, сибирская коллекция. Это в морозилку. Маша мне сейчас помогает. Так, что еще там можно? Доставай все. Да, колбаса докторская. Клинская. На, я буду тебе давать, я буду доставать, а ты убирай. Сыр взяли. Вот такой вот Гоя. Вот такой брали, он твердый. Хороший. Сережа вот эти любит. Яблоко и корица.
доктор Кёрнер вкусные хлебцы. Сыр с ветчиной. По акции, кстати, была шоколадка. Россия щедрая душа, душа карамель арахис. Скид майонез. Овощи мы купим завтра, когда бабушку встретим. Она приедет завтра на электричке. У нее дела сегодня были. Она с братом встречается. Завтра приедет на электричке, и мы ее встретим в Можайске. И заберем из Можайска, там и фрукты купим. Вот Машина любимая, значит, с глазурью молочное печенье. Вот такие взяли маршмеллоу. Часто их берем. Крабовые палочки у этого в морозилку. Круассаны с вареным, сгущенным молоком. Хлеб американский. American сэндвич. А его лучше подельник? Нет, его так можно. Дальше поехали, что мы купили. Это у нас бумажное полотенце. Фамилия. Еще булочки, венский конвертик. А это какие булочки? Ну, это венский конвертик. Персик. Намыш. Хохланд чизбургер. Сыр. Липтон. Такие папа нашел, взял персик, холодный чай в небольших. В небольшой вот такой вот. Еще один где-то должен быть. 250 миллилитров. Бёрн. Джинтоник и хуч взяли мы с Сережей, чтобы здесь были. Чаю Акульчев. Вот это без пальмового масла мяфли. Нам очень понравились. Написано мяфли, не знаю. Просто как вафли Акульчев, только без начинки. И они кругленькие. Чокопай. Шоколадный. Целую упаковку взяли. Кока-кола без сахара. Тоже маленькая, 330 миллилитров. Липтон. И вот второй Липтон. Баунти. Трио. Это я попросила Сережу. Булочка. Булочка с слойка с клубничной начинкой. Соленые палочки. Мы такие любим. Шарлиз клубника, печенье сдобное. Маше взяли сок. Она любит земляничное лето. Булочка. Это булочка с клубникой. Пепси. Пепси без сахара небольшая. Макароны. Макароны щебекинские. Вот дали нам вот столько всяких стирателей. И сейчас покажу еще кола без сахара. Это для Даньки. Вода. Черноголовка. Просто вода. Дальше вода Арктик, питьевая, 2 литра. Вода черноголовка газированная. И 5 литров Пилигрим талая вода. Даня сейчас открывает и смотрит, что ему попалось. Там нет никаких обозначений, непонятно, да, что попалось. Только наш штрих-код весь заканчивается на 29. Да, смотри. Да. Это Тони Старк. А это на карандаше одевать, да? Только это не как ластики. Не-не-не, подожди, вот, смотри. А, это на подставочке. Да, вот такая подставочка, вот так. Оп. Так, первый. Человек. Давай дальше. Железный человек. Я второй открою. Так. Вот та же подставочка. И это у нас... Ой, это я не знаю. Кто это? Не знаю. Я Мстители не смотрела. О, это же это. Это рука Таноса. Вот. Рука Таноса. Я тут вот зря вот эту вот. Пока все разные. Да. Вот что.
А что серое? И тут разное. О, смотри, это же этот. Как ху. Ну, у тебя написано, в ластиках такие есть, на надписи. Черная пантера это. Какая там? Покажи, вот. Черная пантера нарисована. Угу. Осталось еще три. И первая повторка. Вот. Черная пантера. Вторая. Угу. Еще одна повторка. А что ты хотел? Тони Старк. Я ничего. Сколько их всего-то вообще? Фигура 8. Нет, сколько всего надо собрать? Не знаю. Надо почитать. И еще одна повторка. Ну вот, в общем, у нас 1, 2, 3, 4, 5 новых. Вернее, 5, которых у нас не было. И повторки. Все. Всем пока. А что с одними делать-то? Ничего, на стол поставила и все. А, коллекция? Коллекция.